Кузя, птички же! Эй-эй-эй! Я говорю, прыгнет. Последний кадр Мурзика. Он смотрел, я говорю, Мурзика, птички же! Он же не сообразит. Он решил тогда их это... Они друг на дружке даже этих хлебушек скидали. Мурзик, сейчас я им покажи ищу. Им кота. Да им пофигу, кота за окном. Им даже открой окно, они и то. Ну, хлапкой бы их, лапкой бы их. Сейчас мы им еще хлебушки накрошим. Это хлебушек уже черствый. Мурзик. На этот раз им был полбулки положил, блин, но они его, видать, скинули, не ели. Иди смотри, кот. Да, выпрыгнет. А что ты залез лапой? Ты порвешь резинку, блин, придурок. Музык, там же птички. Чего ты не охотишься-то на них? Иди ням-ням, птички. Да выпрыгай, выпрыгнет. Смотри, как они... Нет, а ты отсюда. Самоубийца, Мурзик. Страшно. Их много, страшно. Чего, Мурзил, это страшно? Посмотри, как птички ням-ням. Ням-ням, птички. Даже не моргнёт. Мурзик. Мне когда? Охотник даже не моргнёт. Иди на окно-то. Иди, иди. Чё спрятался, блин? Да я чуть-чуть приоткрою, чё он там? Да не надо приоткрывать, он прыгнет. Ну ты что его зажал? Отпусти его. Да не закрывай сильно-то. Чуть-чуть пускай. Все, он их наяву увидит, не через стекло. Я же успею закрою. Ага. Мужик, надо тебе... Придавишь его и туда скинешь. Иди возьми ням-ням. Тебе точно в ловушку поставить, а капкан. Зато мясо будет, не надо на рынок ходить. Смотри, глаза какие. Хвост, видишь, торчит сюда, за хвост. Улетели. Кто-то сказал, что там кот. Один хромой. Теперь можешь вылазить из засады. Они улетели. Да их мало уже. Он когда много, он их боится, страшно. Он их, видишь, прячется. Если бы один был, он бы тут охотился бы. Ох, смелый. Ух. Посупался весь.